Лёш, что в этом сезоне происходит с защитниками Спартака? Сначала Хусевич дубль, дебютный гол. Роберто Карлос today. Лёш, что происходит с защитниками в этом сезоне? Потому что Хусевич дубль – это первые голы его за Спартак. Ты забил сегодня. Что футболисты едят? В чем секрет? Не знаю. Не могу сказать. Так, хорошо. Рад. Хуса тоже получилось наконец-то забить сразу две. И у меня тоже первый гол за Спартак. Это твой красивый гол в карьере? Наверное, да. Ты когда бил, зажмурился или, я не знаю, или прям так и хотел исполнить? Потому что правая не твоя рабочая. Так хотел, конечно. Ну, не рабочая, понятно, но хорошо получилось. Может, чуть-чуть сам удивлен, но так хотел, конечно, да. Общался с игроками Нижнего, они сказали, что Спартак, возможно, во второй тайм вышел вальяжным. Ты как можешь описать то, что случилось в начале второго тайма? Ну, не могу сказать, но надо посмотреть, что произошло, как мы могли так пропустить легко вообще. Ну, да. Надо посмотреть, что там случилось. Спасибо большое.